Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Морозова, и вы на моем канале Экопахотомская. Поздравляю вас с 1 мая. А у нас вон снег идет 1 мая. Колотун жуткий. Но, правда, снег весь растаял. Вон, приходится печку топить, чтобы хоть как-то теплицу согреть. Там рассады полно. Чук там, надоела уже такая погода. А, Стаське все нипочем. Лишь бы хозяйка была рядышком, да, Стася? Мои вы хорошие. Мои вы хорошие собаченьки мои. Драгоценные. Тут навоз на продажу приготовлен. А там под низом лед. Его и даже как бы набрать-то в машину сложно будет. Вот долгое время рассада была дома. И я только сейчас ее вот в таком вот уже большом возрасте распакировываю. Ну как будет, так будет. А что делать? Ну, если морозы такие. Вот вчера весь день пикировала, сегодня буду целый день пикировать. Печку даже днем приходится топить. Вот сижу тут, пикирую, аудиокниги слушаю. О, Кисана пришла. Кисана. Привет. Ну ладно, друзья. Не буду задерживать надолго ваше внимание. А вот там вот в холодильнике я капусту посадила. Ну ладно. Всего вам доброго. Удачи всем.